камеру будет задымлено, да? Это камера, конечно, с камерой сомневаюсь. А тебя правильно, где ключи, блядь? Не легли. Они не расстроятся, если, блядь, в моменте видео мы будем пиздить? Ну, если не смотря о чем. Не, не о них. Ну да, о жизни, о семье. О валике, который должен был поснимать. Не, просто думал, это немного проще в плане понял. Все дернется, я вижу. Обзор. Я пришел сюда в Алексей. Подачу давай. Так, это у нас стандарт сегодня, да? Беленький команда Нават. Они уже играли сегодня игру. Стандарт играет первую игру. Да? Свеженькие. Я буду комментарий. Да? Что я люди не знаю? Ну, ничего, итак, и никак. Сейчас со стандарта ты Юру знаешь. Олимпий. Посмотри внимательно на защите центральной. Хорошо, хорошо. Давай. За вас бегал. А, все, беленький этот. Знал. Юрий, я сюда было дело. В финале мяч вдвоем. Ну, не вдвоем. О, смотри, как отыграл. Красавчик. Ну, мы будем с ним играть. Я его буду возить. Юрий, если будешь просматривать видео, то имей в виду. Мы сейчас по-любому будем. Я уверен. Валик. Ай. Позиция была опасная, удар был не опасный. Воротник играет с другим полем. Скучает воротник. Ну что я могу сказать? Я не буду говорить, какую команду мы представляем, но стандарт надо было. Как минимум это турнирный матч. Ну, так. Нам будет интересно. А что здесь штатив? Что ты делаешь? Это ты штатив крутишь, идешь, фиксируешь вверх-вниз? Ну, это да, это хорошо. Ага. Просто так опускаешь, поднимаешь, да, там фиксировал, зафиксировал, нет. Все, я научился. Миссия второй гол, да? Да не, ребята, так не играют. Просто она так немножко подустала, не только не. Просто стандарт все злые. Они целый день не бухали, выходной день, блядь. Ждали игру, блядь. И нельзя было, блядь. Конечно, сам теперь как бегаем, но есть свои привилегии. Опасный. Опасный? Это шустрый. А мне кажется, он замерз. Не, ну если в кофте вкус 35 бегать, это, в принципе, да, опасный. Непонятно, что у человека в голове. А можем худеть? Ну, так на него посмотреть, в принципе, не должен. Ну, все в порядке, парень хороший. Двигается неплохо. Опа, один, да, а стандартов сразу 4 вышло. Что это означает?
У ребят там сложная игра. Что надо четвером на одного побежать? Это там голая зонка. Был бы я там уже там, блядь. Разрезная пошла. Вот. Опа. Что это значит? Это значит один. Да, быстрая игра пошла. Я считаю, что сейчас кэф на стандарт увеличился. Только что нам занесли кассу. Только я не понял, как мы можем повлиять на игру. И с какой представитель команды зашел. Кстати, не против, если новатор выиграет, я даже не расстроюсь. Смотри, что делает. Если не жарко, что ты чувствуешь? Рука! Вот, смотри, что делает рев. Рев загорает. Рука была, а он не свистнул опасный момент. А если бы гол был бы, что дальше? Причем, я думаю, он специально. Может, это представитель команды оттуда, и он не только нам занес. Я думаю, Юрий такой отдал хороший пас. А ну дальше все. Получилось бы вообще-то 3-2. Угловой. А мы не видим флажок, да? У нас не хватает камеры. Но, не, мы не будем рисковать, как бы, выбегать. Я же думаю, зрителям не важно, кто подает, да? А тем отворот. Более отворот. Вообще замяли. Вроде угловой. Опять Левчик что-то, да? Не, вроде мужчина уважаемый, но пока что-то... Вот что он делает. Спокойно скидываем, все нормально играем. Второй мяч на поле, опять никого не интересует. А если бы на вторую взял бы, я бежал бы. Можно было бы? Не понял. Ну, второй бы мяч взял, побежал бы. Ну, например, тут удобнее было бы. Так она так забивает, кстати. И что, и засчитывали? Ну, как? Засчитывали. Ну, что я могу? Дорогие подписчики, вы видели это? Фолловеры вы наши. Ну, все таки играли. Так, соусы не вроде, да. И чувак проносится в зону и попадает на... А, мы играли. Чувак бьет поворотом, и с этого поля мяч попадает мяч в нож. Меняет траекторию, залетает. Засчитал. Да, ну такие, ну как? Я считаю, такие рефери должны отдыхать. Нельзя так делать. Это ну, весело так, подождите, было. Сейчас даже когда в рейф попадает мяч, он останавливает, раньше ну, такого да. Не было. Он останавливает игру и продает, ну, начинает какое-то движение, непонятно, там спорни, не спорни, либо отдает, уже после десятки. Ну, чем не мяч? Ну да, а если мяч еще и с голом? Ну, я говорю, ну, тогда... А если бы два залетело оба, что два засчитал бы? Ну, просто логически так. Ну, ему тогда весело было. Ребята, выпишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Команда стандарт занимает сейчас вторую позицию в лиге. Но... Я не смотрю. Вторую, да. Тоттенхэм там чуть выше. Второе, а стандарт вторую занимает. О, это было жестко, он пони корпуса еще дал много. Все правильно, Рев красавчик. Отследил историю. Сообщение. Воспользуется ли новатор данной ситуации? Ну, я на их месте бы придумал бы что-то интересное. Потому что... 1-0 же, да, у нас сейчас? 1-1. 1-1 у нас. Ой, я куда-то, походу, отлучался. Нет.
Та, ну, то що момент. Не ударив момент, да? Я пишу, боже, бывает. Вообще нет. А, я понял, на всякий случай, да? Ну да, лучше потом убрать. Я тебя понял. Оп, нет, да. Ага. Что-то Юрий номер третий оставил так опасно. Опять сорвем, смотри. Хороший воротник. Вот это моментик можно записать. Для воротника этот вот. Как-то он среагировал. Но опять же, стандарт выкинулся втроем на одного. Это я вот сейчас я отслежу. Хороший парень был. А что будет дальше? А, это, я думал, они сюда будут забивать. Ой-ой-ой, прием. Ой. Парень молодец. Он помельче, но не дал вообще. Олимпик забил. Олимпик забил. Они справа играют. А с кем они играют? Янбойс. А что ты так удивился? Честно думал, что это будет в другую сторону. Да, ну я тебя прошу, сейчас Олимпик навозит. А мы же Янбойс не там, да? Янбойс не смогли, да? Да. С Олимпиком ячейку сыграли, они в бой стреляли, да? Да. Не, ну мы стреляли в 8. Не, вот так вот, когда я уже был. Ну, 8. Стреляли мы 6-2. Да ладно. Ого, не расстроился. Не, ну мало ли хороший, такой дерзкий. Там игрок номер 21 возмущается, говорит, что он занимается половым актом сам с собой. Я говорю, не был замечен. Вообще, я думаю, он нас еще удивит. И не только половыми актами. Только я думаю, если бы он снял кофту, ему было бы легче. Может, у него футболки просто нет. И он просто, чтобы по цвету. Я думаю, так. Может, его просто жизнь так заставила. Номер 21, как бы, пятки. Забил, было красиво. Так, куда забил? Просто отмахивал. Мне кажется, номер 8 новатора хотел на весну дать, а получилось. А ну, а ну, а ну. Жал, очень жал. Ой, так было плотненько. Хорошо. Плотненько, но не зашло. Пока равно. Да, интересная игра. Пока равно. Новатор, наверное, немножко отстоял с Тоттенхэмом, да? И сейчас немножко забегал. Может, для Лишки потянули? А может, нет. Две замены вроде нет. Вон стоит один скучает. Да. А Баранжелон тоже, да? Мне кажется, это тренер. Капитан команды. Капитан команды. А я думал, раньше повязки просто одевали, а теперь футболку другую. Да? Ну, с повязкой, да. Не, тогда я понял. Да, сейчас видишь футболку, мне кажется, он тренера подъехал без футболки. Так он же играл в белый. Ну, кто-то подъехал без футболки. А, отдал. Я считаю, что воротник мяч должен был быть.
не быть вратарем новатора, а лучшим вратарем сезона. Если бы парень в кофте обозначил, фу, блядь, это лучший комментарий к данному моменту. Хорош! Молодец! Особо и отдать некому было для развития, но... Ударил хорошо. Вот, не если бы не по центру, в уголовку могло бы влететь. Ну, это что-то прыгает. Переживаю, что роста не хватит. Так, сундук. Да, контра. Кончилась контра, теперь позиционочка. Оп, что дальше отдай. Эй. Дума нам туда. Подожди, друзья, кому интересно, параллельно играет Олимпик Янг Бойс. Там Олимпик один играет. А вот это вот Ваня, блядь, что-то натворил. И воротарь, забирая свои слова обратно, может претендовать. Вот ты ешкин кот. Вратарь так уже сделал сейв, кстати, можно записать для сейва. Удар, конечно. Ладно, но вратарь был молодец. Прием, как у Дениса Тинсюра с Титаном. Автобусный. Поглядим, что тут. Короче, типа фри. Ага, ты теперь будешь здесь не досушно. Не, ну 12, походу, не сильно. Часто посещают тренировки. Не, мне еще, знаешь, заходит соломка такая. Mm. Ты его пропасть открыл, я думал, ты такую соломку приготовил. Ну, что все аутфилят там. Мы, наверное, перерывы пойдем такой, да? Не успеем. Окей. Посмотрим. Что он будет делать? Мы все, я думаю, да, дальше он будет делать. Смотри, что делает. Отдал, молодец, что-то вот. Чурявый, что делает. Вот, не догнал. Шире, да, да. Не спеша, Раньше, Ваня, чуть раньше,
Нет, это было сразу прозрачное поле. Кучерявому дай. Я понял. Все, кто молодые, они чуть-чуть что-то придумывают. Я тоже старый. Не, на Ибра 38 еще бегает. Можно считать, что... Сколько? 38. Ибре. А. Мне чуть меньше. Я думаю. Хорошо, захвалился. Не, не 30 лет. Будет. Да и до 7 минут. Не, вот последний матч вообще пешеходил. Это видно, либо не вывозит чемпионат, либо просто ему западло. Я думаю, западло. Ну, он чуть-чуть в мячах все же. К сожалению, мы не запишем этот момент, как опасный. А сколько таких Недвед получал? Не, получал. Не все время. Дель Пьера, не помню. Не получал. Таких игроков. Ты просто видишь, Либера нарисовался момент Месси Роналдо, видишь, там зарубил своя. Не будем замыкаться. Да. Вот раз я пришел и повезло, что он опять попал в момент, не было ни того, ни того. Ну, повезло. Я считаю... Не, Шерва, если даже попал бы в этот момент, Шерва там был в порядке. Ну, да, но все равно. Так, а что, у нас Новатор поддавил чуть-чуть, да? Нет. Да не, показалось. Пока рано. Хорошо, хорошо, показалось. Так, а вот такой бы, да? Беленький подъебили чуть-чуть, да? Я вроде стандарта ничего не имею, не там сюда. История. Мы не будем открывать. Биться данной истории. А вот там у нас опасный момент для Бойза. Не нужен мяч? Что будет дальше? Да? Контра. Дал. Ну, ого. Нет. Раем, Юра! Блокируй! Руся, блядь! Братанчик, да, он. Руся тебя зовут, оказывается. Руся. В каждой команде есть Руся, который Руся, блядь. Да? И момент был хороший. Да. Забивать. Не надо было скатить. Я бы скатил. Ты до сих пор расстраиваешь, что я Ваньке там отдал, понял. Думаю, блин. Ну, я же сам по себе человек не забыл. Но так забывать было. Не расстроиться. Молодец. Оп, Руся. Ооо, Руся. Руся, пиши. Подходит. Я не понял, ты же это сидишь, снимаешься, да? А думаешь, что ты в детей? Да? Я понял, что ты снимаешь. Что это такая папа принесла? Я теперь помню, что ты снимаешь.
ощущение, что кто-то не может, а кому-то не может. Да? Как-то так. Только что-то вот непонятно, я пока не определился, кому что. Ну, больше. Новатор вроде как не надо, а стандарт вроде типа не хочет, да? Только им как бы надо. Контра на контру больше игра. Интересно, да? Половые подписчики. Парни в игре хит-трик делают, это хорош. Момент. Да, опять стандарт троем, да, на прихвате.
С одной стороны молодцы, сразу куча пытается, да? А с другой стороны, значит, где-то свободная зонка. Ну, а вот набери, набери ей право, дай. Там я, дай пазл, распорчнули. Богатарь. Не было ничего. Слава богу, я тоже понимаю. Лука? Да. Молодец, Левчик сегодня в порядке. Были моменты, конечно, но не все тут. А вот вратарь вот. Вы сейчас, к сожалению, не видите. Ну, ему светит очень сильно солнце в глаза. Да. Да, и это надо было бы воспользоваться. Главное, чтобы новатор нашел силы подойти к воротам и ударить. Потому что им тяжело, в вторую игру ребята играют. Хочу напомнить, что играли первый игру с Тоттенхэмом. Немножко у них там не получилось. Ну вот, ускорься. Ну, ускорился. Держи красотой. Я так, я за пивом быстрее бегал. Молодец. Самоотдача есть. Что там отекаются ребята? Вот стандарта много чего не выходит. Вторая середина запрещения какой. Он, наверное, до сих пор не знает, или просто парни сами повышают. Ну, лапа вводит, да? Мне кажется, ли стандарта нет замен. Да есть парочка. Может, они не обращали внимания, чтобы менялись. Так. Двадцать первый номер. Ага. Тихо. О, все, порядок. Было неприятно, но вратарь. Корпус, корпус. Сидечка опять разобрался. Что он делает? Нет, неправильно, да, безумно. Ребята, нас ждет интересная развязка ситуации. Да. Стандарт под очки. Новатор, я думаю, меньше борется за железку. Ну, сейчас стандарт может пару раскрыться, потому что они сейчас побегут, подпожарят. Новатор это может использовать. Ярик. Эх, Ярик, Ярик. Так, Ярик. Может расшириться. Защитничек доработал. Хороший. Там брошки подсказывают, не уткнуться, жаль. Там подсказывается команда стандарт, да? А если они уже переживают? Я тоже переживал. Борьба могла бы быть. Наберет? Сохранил. Ребят, а есть там Леша, кто-нибудь Петр? Да запусти Саню, блядь! Блядь! Ну, блядь! Могу будет опасно, но... Ответ.
Могло бы быть по-другому. Ну. Команда нова так дала. Слабее. Принять не то, что воскрепное, а вот это человеку, который там подкурил. Покурил. И плотно, до конца! Здорово! Лучше, Руслан! Руки нет! Руки нет! Я забрал, три. Не понял, почему вы слабенькие. Если он решил все вопросы. Я поддерживаю его, как бы, обурение. В смысле, какой вы слон? Есть предположение, что работник просто не знает, кого как зовут. Да, вверх, смотри, вверх! Я не увидел. Так, стандартно. Смотри, что такой дриблер показывает. Какой пас. Здорово! Я шире! Есть, 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 шире можно, шире! Все, подарок тебе ничего не надо. А новатор собой уже подбустал. Может, ребята найдут себе на контратаку. Смотри, право, свой! Лево на! Отходи! Смотри, какой пас. Так, все. Отдай! Да, 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 раньше давай, ну а! Ну куда же раньше тебе тут поработал? Правая на ударе, давай тебе! Да ладно! Вот он и добрый вечер. Тренировка может поплыть. Ну, уже, я думаю, все. Давай, давай! У команды новатор сил не осталось. Первый ест, первый ударом! Ударом можно! Дом может, дом, интересно, это был финт? Или это такая техника? Англия. Смотрите, какая дырка. Хорошо. Ну, ты записал? Сейчас. Я помню. Дамир, не беги! Команда это был строжайший провал. Даже не только в защите, а просто в центре поля. Я думаю, ребята, от усталости проседают. Да, да. Не игры такие жесткие. Рюкзак просто положил. Да. Не, ну это было. Ну и что это? Исходя из логики, я думал, что у нас будет играть стандарт и Тоттенхэм в один день, еще и в 2, и в 3, знаешь, там такое. Да, ну да, это похороны. Это похороны. Здесь сложные игры, здесь сразу подряд. Ну, Марис Касса, да, говорил.
Валя сказал, поснимает, понимаешь? Да. Валентин, тебе привет. Это да. Не, у тебя есть другое место, что солнце лицо этого человека. Другого места нет. Мы искали, там обзор. Нигде? Ну я пробовал с уголком. Там мы снимали. Не, я пробовал. Обзор, ну, вообще не сухой. На крышу он, блядь, а в спину? Да в спину хер с ним, мне кажется, в лицо это совсем проблема. Так, кучерявый. Мне кажется, ему жарко вообще так ходить по жизни. Парень вроде неплохой, но... Ебать, ему жарко. Ну, продли. Что ж такое, а? Да пусть в жабу или нет? Все, в жабу, молодец. Была попытка на дриблинг, но... В этой игре только вот этот парень, который мерзнет, дриблингует лучше всех. Силушки богатырской нету. Бежать в ту сторону. Надо попроще. Михалов, что это напряжение? Народ не против. А ну. Мне кажется, парню чисто помешало. Он мне сюда как раз вот четко на ней попал. Ну, не надо мне вот. Достойно смотрится. Несмотря на такую сложную жизнь. Ты на счет. Ты тут вообще приближенный. Тут ты что, 2-3 минуты, может все, наверное, извините, извините. Сейчас один забей, интрижка подъехала. Чем больше парень, тем больше штанов. Это да, прибавить тяжело. Там мы в пляжке шпилим, да, чудак говорит. Сейчас в третьем наберем. Да извини меня, мы играем без замен, чувак. Куда кто наберет в третьем тайме? Это тот момент, когда мы, если бы мы играли по два тайма, мы были бы чемпионами. Но когда приходит максимум одна замена, мы... Что за пляж? Потому что реклама баловая была. Не знаю. Там за рекламу. Но мы пляжку уже хотели шпилим, потому что на призеры Днепропетровской области. С Выбором играли, там Косенко еще тренировал. Мы там пеной исходили. Забить нам не могли, мы 2-1 только проиграли. А это там, а Выбор, кстати, в пляжке, извините, на сессию дочку, они там чемпионы Украины, там все дела. И у нас два кубка за пляжку. Да ладно. Ну, за ним, я помню. А, да, не, все первый турнир это так выиграл, а второй был тяжелый, да. Это ты когда, в каком году ты играл? 15-16. Я в этом году уже играл тоже. У нас не точно на второй пляж, там просто за ним играл. Точнее, там с вышкой команды. Ну, команды, 4 с вышкой команды. Да. Мы с одной, короче, за выход в игру, ну, тоже по группам, типа. Зарубить дополнительно вышки, а потом, короче, в финале тоже дополнительно зарубили, нормально, да. Интересно. Я помню, только один раз на одни мы были. Прикол в том, что мы на свое горе выиграли первую игру утром. А следующая была через 6 или 7 часов, понял? Вот, а нет, да. Ты что, мы там все на, подпили и первый, слились? Это на 1 мая, я сыграл. Типа, это, тогда.
мы выиграли. Ну, нам не кубка не дали, просто победали поравняться. А потом мы кого-то, не знаю, чуть-чуть типа проводили, но это все. Ну, с трудом выиграли так. Ну, у нас это у нас Пимон бегал. Коу встретил. Ну, банда нормальная, но... Ну, Пимон же где-то они играли. Они каждый год проводят. В этом году из-за карантина не проводили. Бесплатно по ним подходишь, да? Там еще типа спонсоры Семки. Может, да, баннера висели с этим за воротами. Мы тогда выиграли, короче, нам дали ящик Семок. А потом и второй команде еще заняла второе место, дали ящик или корочек. Блин. Ну, короче, брутнули 50 на 60. Мы тогда был старый состав, мы стабильно два раза в неделю на плявку собирались, бегали. Ну как, просто забавно, позаграли, поплавали, пошли по мне. Уже много пробуется на них. Сотку загнал 5. Вот. Кого? На французском. Мне шрам даже и... Слушай, откуда там ей взяться? Ну вот и... Прикинь. Это да. Да, череп был. Пацаны на руках. Не пункт, не сели. Парень с новатором решил поговорить с товарищем судьей. Блин, я думал, это гиблое дело. Говорит, ахуй, это не говорит. Ну, кстати, давайте подумаем для финалиста. 5 метров от центрального круга. Прямо. Тоже желтый говорит. Длинноватый момент. Капитан Аватра не уходит на поле, видать травма. А мне кажется, он тут тренером ведет. Не, он стоит помогал, он там вот, травмировался. Что делать с ним? Травмировался. Вниз сюда зашел, вот тут уже. Ну так, ну я сотка. Не вытягивал сразу больничку поехал? Ну, не, я вытянул. Ну, он пошел, кроме. Я вытянул. Всего, опа. Ничего, да. Еще думал, что палочку загнал. Ну, я думаю, серого такого. Вытянул. А потом секунду какая-нибудь пробу не знаю. Я говорю, зачем я пишу подруги и них поменяю. Мы это бегали после этого момента, короче, то, что вернулись, и больше никто не бегал. Ну так, бежал. Товарищ кто-то ударит отсюда? Мне кажется, после этого было бы более логичной ситуации. Ну, думаю, все. Минута до конца. Победа в стандартах очевидна. Ну, что я могу сказать? Даже если новатор один забьет, то... Новатором, но стандарт я не увидел. Чуть-чуть. Ну, счет, скажем так, может по игре 2-1, а не 3. Скажем так, немного... Стандарт половину всех моментов использовал. Последняя
Интересно, что там маленький. Не знаю, какой еще, да? Я не знаю, что делать. Но если без криков, то 1-0 целый. Тоже хорошо. Ну побегайте, блядь, пацаны! Номер 3 Юрий хочет, чтобы пацаны побегали. Сам при этом ходит, смотри, вот такой вот легкая джазовая походка. А почему, блядь? Ну, 14 кучерявый, а че уже подвистал? Что мы имеем? Мы имеем стандарт. Третий. Да. Всем спасибо, до свидания, мы пошли курить.